Уважаемые телезрители, мы вновь находимся в студии телеканала ОЛАВИ, где в прямом эфире идет интерактивный проект COVID-19 «Актуальные вопросы». Напоминаю, что все вопросы, связанные с коронавирусом, вы можете задать нам по телефонам 71-214-13-72, 71-214-14-40. У меня новая соведущая, это Мухаббат Якубова. Я рада ее приветствовать в студии, а также новые эксперты. Это Фархат Айтмуратович Бабашев, руководитель информационной службы Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, а также Алина Ильдаровна Рахимова, ведущий эндокринолог Ташкентского городского диагностического консультативного центра, специалист биомедицинских наук, магистр Нью-Йоркского университета в биомедицинской информатике. И прежде чем дать слово Мухаббат, мне хотелось бы вам еще раз напомнить, что решением специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом карантинные ограничения в Узбекистане продлены до 15 августа. В сообщении комиссии отмечается, что повторное ужесточение карантинных мер 10 июля дало положительный результат. Сократилось количество случаев заболевания COVID-19 среди населения и увеличилось ежедневное число случаев выздоровления. Строгое соблюдение ограничений гражданами, в частности самоизоляция, социальное дистанцирование в общественных местах, использование медицинских масок, средств индивидуальной защиты и антисептиков, а также мытье рук с мылом являются ключевыми факторами разрыва цепочки распространения коронавируса. Также специальная комиссия разработала новые меры для эффективной борьбы против коронавируса. Это обеспечение всех аптек необходимыми лекарствами и стабильность цен, подготовление больниц к лечению коронавирусной инфекции кислородом, организация медицинской помощи пациентам с подозрением на коронавирус, не дожидаясь результатов. Ну и, наконец, теперь в первую очередь будут госпитализироваться люди с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, аутоиммунными заболеваниями, а также метаболическими синдромами и люди старше 55 лет. Рахмат, қадірлі телетомашабинлер, еслетіп ұтамыз, сіз ойлави телеканалыды COVID-19 долзарп саволлар дастурыны томаша қылмақтасыз. Ва айны дақиқаларды ена бір бар еслетіп ұтаман, бізге 71 код білан 214-13-72 қамды 214-14-40 рақамларыге тоғырдан тоғыр эфир вақтыдагіне қоңғыра қылып саволларингізні юбаршингіз мүмкін. Ва телеграм манзылымыз қам экранингізді акс еткен бұ манзылге. O'tgan 2 kun davomida dam olish kunlari bo'lishiga qaramasdan bizga 328 ta savol kelib tushdi va ayni daqiqalarga qadar Telegram manzilimizga kelgan savollar 828 tani tashkil qiladi va bu biz savollarni o'z vaqtida mutaxassislarga yetkazib, javob olib bermoqdamiz. Sizning hech bir savolingiz e'tibordan chetda qolmaydi. Faqatgina bu studiyada faqatgina tibbiy mavzuga doir savollar yangraydi. Ba'zi bir tashkiliy masalalarga doir savollarni biz O'zbekiston 24 телеканалыда эфир көзәтілеуіткен COVID-19 вазият көрсатуыдагі хамкәсіплерімізге еткәзіп бармақтамыз. Анашу көрсату арқалы хам, сіз саваларыңызге жауап алышыңыз мүмкін. Студиядагі мехмонларымызны яна бір бар еслатып отаман. Фархат Айтмурадович Бабашев, Али Орта Мақсус Талым Вазірлігінің ақпарат қызматы рахбары. Қош келіпсіз. Хамда Алина Илдаровна Рахимова, эндокринолог, шифокор. Қош келіпсіз. Да, ну и первый вопрос, наверное, к вам, Фархат Айтмуратович. Действительно ли для старшекурсников наших высших учебных заведений планируется начать год онлайн? Мне кажется, что сейчас это вопрос, который волнует буквально всех наравне с нашей пандемией. Да, конечно, спасибо за вопрос. Ну, конечно, раньше мы обычно не готовились к онлайн обучению, к дистанционной форме обучения. Но в этом году, исходя из карантинных мер, конечно, мы уже готовимся к онлайн обучению, потому что, как раньше, традиционно, мы не можем сейчас говорить, что не будет продлены вот эти сроки, да, карантина. Поэтому мы, исходя из того, что нам нужно беречь все-таки здоровье своих студентов, вообще здоровье своего населения, поэтому, исходя из этого, мы вот и готовимся
к дистанционной форме обучения. Потому что и студенты, и преподаватели уже набрели, вот они уже приобрели какой-то навык, да, дистанционного обучения. Если раньше этого опыта не было, то у нас преподаватели тоже привыкли и в школах, и среди специальных учебных заведений, и вот в высших учебных заведениях, и высших учебных заведений, конечно, сегодня готовятся и к традиционной форме обучения, и к дистанционной. Исходя из сложившейся ситуации, мы, естественно, будем информировать наше общество, население, студентов, да, в нашем телеграм-канале и в официальном сайте министерства ЭДУУЗ. Они могут получать вот этот интересующийся все вопросы. На все ответы на все вопросы. Спасибо вам большое. Ну, Алина Ильдаровна, теперь вопросы к вам. На самом деле вы с 10 утра с нами отвечаете на вопросы, но их очень много. Опять появились новые обращения. Если можно, ответы, как и в прошлый раз, коротко, но емко. Дельшот из Кашкадарии. 3 дня назад всей семьей мы температурили. Сейчас опять есть температура, осложнений нет. Тест не сдавали. Это ковид? Что нам принимать для профилактики? Как вы многократно повторяли, то есть специфического профилактического лечения нету. Поэтому не нужно экспериментировать. И помимо того, что носить маски, обильное питье, отдых, хорошее питание, овощи, фрукты употреблять в большом количестве, специально ничего делать не нужно. Тем более, что даже если это ковид, а мы чаще всего подозреваем ковид в условиях пандемии, то сейчас, скорее всего, уже идет восстановление. Температура все еще возможна, но ничего специфического предпринимать не нужно. Атабек из Самарканда спрашивает. 2-й день есть температура, голова болит, потею, есть мокрота. Это простуда или ковид? Опять-таки, в условиях пандемии подозреваем, что ковид, вести нужно как ковид. Первое, что нужно сделать, это самоизоляция, маска, полупостельный режим, пить побольше жидкости, хорошо питаться, не нервничать, дать своему организму восстановиться. Зарнигор из Кашкадарии. Мой отец водитель. У его директора выявили вирус. Папу не проверили, у него нет признаков. Но мы волнуемся за него. Может, его тоже следует обследовать? Если да, то куда обратиться? Волноваться – это абсолютно правомочно. Конечно, волноваться нужно. Но в данном случае именно подозревать каждого человека как контактного можно, даже не обязательно, чтобы человек именно подтвердился, что он болеет. То есть, опять-таки, надо носить маски, надо стараться придерживаться правил карантина. Специально, так как сейчас у него нет никаких признаков, специально сейчас бежать куда-то, что-то сдать, создавать лишнюю толпу не нужно. Имамбо из Ташкентской области интересуется, что предпочтительнее пить? Кипяченую воду или остуженный чай? И вообще, полезен ли зеленый чай при ковид? Зеленый чай полезен вообще, в целом, не обязательно только при ковид, доказаны его свойства. Поэтому, пожалуйста, любители зеленого чая, пейте зеленый чай. Остуженный чай тоже в какой-то мере есть даже напиток такой, как айс-ти, то есть холодный со льдом чай, то есть если человек очень любит. Вот. Просто вода кипяченая тоже полезна. То есть обильное питье, в принципе, тем, что вы любите. Конечно, не нужно злоупотреблять кока-колой, особенно для диабетиков. А все остальные напитки предпочтительны. Угу. А вот что касается натуральных соков. Говорят, что вот в чистом виде натуральные соки не рекомендуются. Нужно их расплавлять 50 на 50 с кипяченой водой. Так ли это? Очень хороший вопрос. Первая рекомендация – надо вести себя так, как обычно, и опять-таки не делать эксперименты над вашим организмом. Если вы никогда не переносили нормально свежеконцентрированные соки, не нужно сейчас ими увлекаться и повышать у себя какую-то кислотность. Если вы никогда раньше не пили, допустим, избыточное количество зеленого чая, тоже не нужно сейчас мочегониться зеленым чаем. Да. То есть надо вести себя, в принципе, так, как ваш организм привык. И если вы любите соки и свежевыжатые соки вы переносили хорошо, разбавьте в добавленном виде или в концентрированном виде, вы можете их пить. То есть здесь запрета нет, но не нужно просто злоупотреблять. Еще Авиценна говорил, все есть лекарство, все есть яд, знай лишь меру. Абсолютно согласна. Мухаббат. Рахмат.
Фархат Айтмуратович, айтинчи мене, COVID-19 пандемиясы оли талым тизмиге канчалик таасир кылды? Рахмат саволуңуз үчүн. Оли талым тизмине хакыкаттан хам бизлер хабарларыбыз бар 15 март күнү комиссиянын кулосусунан кийин 16 март күндөн баштап оли орто маселелер вазирлик тарабынан талабалар шаарчасында биз өзбек Ташкент шаарында тахсил алган 80 миңден ашыгыраак талабаларды биздер уларны өз үйлөргө жөнөттүк биринчиден. Ундан кийин уларга ошо пайтта 2 hafta навбаттан ташкары татыл деген эдик. Ну, лекин мына вазият шундай болду ки, шунгача давам этти ва шу 1 апрелге кадар биздерде бир нече платформалар таяр болду. Масафавий таалим ташкил этиш үчүн. Энди бул платформаларда башка олий таалим муассасаларынын хам барчасын өзлөрүнүн да мавжуд болгон платформалар пайдаланып бириктирип, уларды шу ар бир фанлар боюнча hatto boshqa oliy ta'lim muassasasi ikkinchi universitet yoki institutning ham bazasini foydalanadigan darajada bo'ldi. Va bu albatta bizning oldindan oliy ta'lim muassasalaridan Toshkent axborot texnologiya universiteti, Toshkent davlat pedagogika universiteti, Toshkent davlat yuridik universitetlarida masofaviy ta'limni yo'lga qo'yish rejalashtirilgan edi 2020-21 o'quv yilidan sentyabrdan. Shunday bo'ldiki, butun oliy ta'lim tizimida joriy etishga to'g'ri keldi va bu albatta bir ijobiy siljish bo'ldi oldinga talabalarimiz mana shu masofaviy ta'lim bo'yicha ancha tajriba to'pladi. Mana o'qituvchilarimiz ham shunga hozir o'rgandi va o'ylaymanki, uyda ota-onalarimiz mana maktablarda o'qish tugagandan keyin mana ota-onalar ham shuni mas'uliyatni sezdiki, o'qituvchilarga ishlash oson emasligini. Butun oila bo'lib shug'ullana boshladi. Biz oliy ta'lim muassasasida ham shuning uchun yana bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Bu nafaqat o'qish jarayoni, balkim bizlarda mana magistraturaga qabul bor, bakalavriatga qabul onlayn bo'ldi. Bizlarning EduUz'da mana hozir mana qarang, magistr EduUz sayti ishga tushildi. Bu yerda magistraturaga qabul qilish yo'lga qo'yildi. Endi kasblar ta'limiga qabul qilish kasb EduUz portali tayyorlandi. Transfer EduUz portali ishga tushdi. Bu ko'chirish tiklash bo'yicha yana diplom EduUz birinchi marta bu yil mana diplomlarni ham onlayn berishdi. Bu QR kod bilan onlayn olishdi va uni bemalol magistraturaga ham topshirishdi. Ya'ni bu ancha bir necha qadam oldinga siljish bo'ldi oliy ta'lim tizimida. Buning o'ziga xos shu axborot kommunikatsiya texnologiyalari yanada kengroq joriy etish kerakligini, bu faqat ta'lim jarayoni emas, bu oliy ta'lim muassasasini boshqaruvda ham shular shu elementlar endi joriy etib boradi. Mana davomatni tekshirish. Xo'p. Hozir dekanatning vakili borib 5-10 minut vaqtini olib, mana hozir qonun chiqdi-yu, pedagog faoliyatga ta'sir qilmaslik kerak. Ta'sir qilmaslik uchun. Bu o'qituvchilarni ham ko'pchiligi shikoyat qilardi. Vaqtimizni oladi deb. Haqiqatan ham masalan, bu 7 yo 8 guruh o'qiyotgan bo'lsa talabalar ma'ruza darsida kelib ularni sanab o'taman deguncha o'qituvchining o'zining yarim soat vaqti ketadi. Keyin yana yarim soat birov kelib so'rasa, vaqt yo'qotyapti. Endi buni ham avtomatik tarzda kelgandan keyin shunday hisob-kitob qiladigan bo'ladi. Ya'ni universitet 3 proyekti bor. Bu e-universitet sistemasi ishga tushadi va bu oliy ta'lim muassasasida davomatini, o'zlashtirishini hammasini demak tekshirib, nazorat qilib boradi. Shaffof qilib boradi. Endi talabalar o'qishga qanday kelyapti, qanday o'zlashtiryapti, ularning mustaqil ishni qanday bajaryapti, u mana kredit modul tizimiga ham o'tamiz deyapmiz. Bu ham bir yangilik. Oliy ta'lim muassasalarini mana 33-chasini o'tkazmoqchimiz bu sentyabrdan boshlab. Endi bunga ham albatta tayyorgarlik ketyapti. Bu ham hozir o'sha biz aytayotgan shaffoflikni, obyektivlikni ta'minlaydi. Lekin bitta narsaki, bizlarning talabalarimiz shunga tayyormi degan savol bor. Bu yerda kredit modul tizimida masalan hozir mustaqil ishlashga ko'proq e'tibor qilish kerak bo'ladi. Biz talabalar hozir mustaqil ishlaydiganlari kamda. Lekin shuni bizlar hozir singdirib borishimiz kerak, baribir qachondir o'tishimiz kerak. O'sha yangiliklarni joriy etishimizga ko'p ishlar qilindi. Bu boyda mana yuqorida aytganimizdek onlayn ishlash uchun yaratilgan platformalarning o'zi to'g'risi mutaxassislarimiz hozir kechasi kunduz ishlayapti. Bu qulaylikni yaratish uchun. Kamchiliklar bo'lyapti, to'g'ri. Magistr EduUz'da ham, Transfer EduUz'da ham. Ya'ni bu yerda Ichki ishlar vazirligining platformasi bizning vazirlikning platformasi bilan integratsiya qilish kerakda. Birinchi joyda masalan elektrdan uzilish bo'ladigan bo'lsa yoki internetdan uzilish bo'ladigan bo'lsa ham
у катып қалады, асып қалады. Талабалар билан боғланады. Шунинг учун фуқароларимиз бизларга телефон қилиб, қоңғироқ қилиб айтяпти, мана қийинчилик бўляпти, тўғри. Бизлар ўтган куни бўлган брифингда ҳам айтдимки, бизлар шу техник сабаблар билан тўхтаб қолаётган ҳолатлар учун ўзи сўраймиз. Ва ҳали кўчиришга ҳам мана 5-августгача вақт бор. Магистратурага ҳам мана вақт бор, мана 1-августга қадар. Яъни ўйлайманки, ҳаммаси булар муваффақиятли амалга оширилади ва олий таълим тизимида бу ўзгаришлар, ислоҳотлар яна давом этади деб ўйлайман. Демак, гапингизга қараганда, карантин олий таълим тизими учун фойдали келган, таълим тизимида бир қатор силжишлар бўлган, лекин мана сиз бошида айтиб ўтдингиз, вилоятдаги талабаларни уй-уйларга қайтариб юбордик. Албатта, уларни масофавий таълим олиш учун интернет билан боғлиқ бир қанча камчиликлар бўлиши табиий. Буларни мана ҳозир айтиб ўтганингиздек бартараф этиш учун қандай чоралар кўрилади, нималар қилинади? Энди интернетда үзилишлар, бу Олий ўрта маҳсулот таълим вазирлигидан ташқари бошқа вазирликлар ҳам бор, мана Ахбарот коммуникатсиялар ровижлантириш вазирлиги, булар шуғулланишяпти. Бу бўйича айтганингиздек, интернетни республика ҳудудини қоплаш ҳудуди ҳам анча кенгайди. Тезлиги ошяпти, нархи арзонлаштириляпти. Бу ҳам албатта эрта ўйлайманки, республиканинг барча жойларида шу имконият бўлади ва шуни бизлар uzilishlar bo'lganda aytyapmizki, ota-onalarga, talabalarga iloji bo'lsa, imkoni bo'lsa, mana shu boshqa, masalan, uyda internet imkoni bo'lmaydigan bo'lsa, kasblar kollejiga, oliy ta'lim muassasasiga yaqin bo'lsa, masalan, Qarshi shahrida bo'lsa, institutga murojaat qilish mumkin. Ya'ni ulardan karantin tartib qoidalariga rioya qilgan holda imkoniyatini qidirish kerak. O'sha endi muammolarni albatta bizlar ham yordam beramiz, mana lekin masalan men o'zlashtirolmay qoldim yoki bo'lmasa men semestrimni yopolmay qoldim, meni talabalar sifatida chiqaradimi yo'q, unaqa narsalar choralar ko'rilgani yo'q, lekin bitta narsa mana to'lov kontrakt masalasida bizlar nima qilamiz, endi bizlar tavsiya qilamizki, to'lov kontrakt shartnomaga qo'l qo'ygandan keyin shuni bajarish kerak deymiz, lekin hozir bironta oliy ta'lim muassasasida shu to'lov kontrakt masalasida yoki boshqa masalada talabalarni hali chetlatish holatlari bo'lgani yo'q. Lekin shartnomani baribir imkoniyatdan kelib chiqib bajarish kerak bo'ladi. Keyin mana oliy ta'lim muassasalarida professor o'qituvchilarimiz, ular ham mehnat ta'tiliga chiqqan bilan ham hozir mana o'zim ham oliy ta'lim muassasasida dars beramanda. Va shu yoz bo'yi ishlayapti to'xtamasdan. Mana hozirgi kunda ham o'qituvchilarimiz yangi o'quv yiliga ishchi dasturlar tayyorlayapti. Bu materiallar ustida ishlayapti, ketyapti. Спасибо большое. Спасибо большое, Фархат Айтмуратович. Вы знаете, мне сейчас подсказывают, что вас ожидает рекламная пауза. После этого в нашей студии появится новый эксперт. Предлагаю перейти на рекламную паузу, а затем вновь встретимся в прямом эфире на телеканале ОЛ-АВИ в проекте COVID-19. Актуальные вопросы.